Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем. И тебе тоже. Всем огромнейший привет. Ну что? Что? Для тех, кто не верил. Для тех, кто говорил, блин, здесь же должно было быть общежитие. Для тех, кто, блин, да не будет бассейна, потому что цена-то очень низкая. Для тех, кто, блин, а где здесь что делать и так далее. Давайте я вам покажу тот самый апартаментный комплекс, который взял и просто убил всех хейтеров. Кстати, дом велся без суда и следствия, представляете себе? И администрация ни через год, ни через 5, ни через 10 лет не сможет что-нибудь там подать, какое-нибудь исковое заявление, сказать, блин, что-то вы неправильно водились, как большинство домов в Сочи, которые строились в том числе по ФСЗ-214. Итак, давайте посмотрим, где же мы с вами находимся. Дагомыси, закрытая территория. Машин здесь мало, потому что пропуск нужно получить. И, конечно же, есть детская площадочка. И детская площадочка нормально, в тенечке, понимаете? В тенечке есть детская площадка. Помимо всего, сделали тот самый бассейн. И бассейн уже готов, и в бассейне уже купается. Единственное, что пока не сделали ограждение, пытаются понять, как лучше сделать. Может посадить туйки, а может быть еще что-нибудь. И вот, в общем, как бы так. Сегодня покажу вам горячее предложение, которое можно оформить в том числе и в ипотеку. Ну и опять же, да, учитывая, что всего лишь два дома, территория здесь, конечно же, просто супер. Итак, что представляет у нас из себя дома? Дома красивые, дома прекрасные, дома замечательные. Соответственно, здесь у нас в основном все квартиры 29, там 31 квадратный метр. Соответственно, есть зона барбекю, где можно зажарить шашлычок. Ну а вечером, как ходят мифы, не так, конечно, как в жилом комплексе раз, два, три, где там просто там, не знаю, там целая куча непонятно чего. А здесь там действительно можно отдохнуть, прогуляться. Опять же, скоро будет готова набережная благодаря соседу, который строится, которую вы можете посмотреть в предыдущем моем видеоролике. И здесь, почему я приехал? Потому что здесь, наверное, то самое лучшее предложение по соотношению цены и качества. Хороший современный дом в стиле минимализма. Такая брусчаточка, все красиво, все вылизано. Все просто обалденно. Даже адрес есть. И это улица Российская, 17. Вот так вот, ребят. Ну что, зайдем вовнутрь, попробуем посмотреть, что же там такого интересного. Вау, есть. Опаньки, о, мне даже, видите, здесь даже есть девушка, которая всегда откроет дверь и которая поможет вам дойти до лифта. Два лифта, пассажирский и грузопассажирский. Сейчас, наверное, кто смотрит меня с жилого комплекса, который называется у нас, знаете как, жилого комплекса, который называется раз, два, три, потому что у них из 6 лифтов работает только 2. И там лифт нужно занимать очередь. И на этом, кстати, подрабатывать. 50 рублей стоит занять очередь. Серьезно. И это не стёб. Почитайте новости в Сочи. Почитайте. Вот как бы так. Поэтому на 8 этажей 2 лифта, я считаю, это более чем достаточно. И сейчас посмотрим те самые интересные варианты. 7 990. 28 и чуть-чуть квадратных метров. Смотрите, с ремонтиком. Кстати, можно взять ипотеку. Вот он, да? Все красиво, все опрятно, все хорошо сделано. Вот такая вот у нас есть зона зонирующая, да, чтобы можно было здесь поставить либо условный диван, либо, в общем, кровать можно поставить. И вот такая вот кухня. И знаете что? Самое главное здесь, наверное, вид. Потому что здесь, помимо всего, имеется вот такой вот балкон. И вот они у нас. Чай. Вон там та самая зона барбекю, про которую я говорил. И там же у нас детская площадочка. С ремонтом. Ну, реально, как бы, никто не хочет заморачиваться с ремонтом. И ремонт здесь есть. Цена-то хорошая. Цена, ребят, вкусная. Согласны же со мной? Ценник адекватный. Например, сейчас вот такую квартиру искал мой друг Алексей. Дешевле, чем 30 тысяч в месяц он не нашел. В Дагомысе в том числе. 30 тысяч. Не меньше. Вот как бы так. Поэтому я считаю, что просто супер, просто обалденно. И в целом, да, вот хорошее решение нашли. Да, многие говорят, вот что делать со студией с одним окном. Ну вот, ребят, посмотрите, ну сделали же, хорошо сделали. Хорошо. Остается кухню докупить, поставить с этой стороны, какую-нибудь там сделать зону для просмотра того же самого зомбоящика. И все. Кстати, ну, ремонтик такой хорошенький, такой уютный. Ну, в моем понимании, ремонт действительно хороший и уютный. Ну, вот как бы так, ребят. Давайте посмотрим еще, наверное, черновые для интереса.
Потому что у меня есть что вам показать. Давайте покажу еще одну классную квартиру, студию с такими окнами в пол, как вы любите. Тоже, да, вот так вот интересно зонировано. Подсветочка, кстати, ремонт мне нравится. Ремонт довольно-таки интересный. Здесь уже кухня есть. Сразу говорю, цена 8500. 8500. Такой же вариант у меня есть без ремонта, двумя этажами ниже. Вид особо не поменяется, вот она, своя придомовая территория. В общем, 8500. Ну, посмотрите, да, получилось-то вполне себе интересно. Получилось-то обалденно. Ну, давайте сразу скажу, какие минусы, во всяком случае, для себя я вижу. Это солнечная сторона, это окна в пол. И здесь, конечно, жарче, чем в предыдущей квартире. Нужно понимать, что здесь придется вам все-таки кондиционер насиловать и в хвост, и в гриву. Ну, вот здесь мне нравится больше санузел. Такой стильно сделан, хорошо. Называется «Ходи в туалет с удовольствием». Ну, реально, здесь прям реально можно присесть и смотреть ютубчик, включить Максима Коломейцева и просматривать, что же он такого интересного показывает. Соответственно, та же самая индукционная плита. Вот такая кухня небольшая, но ей хватает за глаза. Есть бассейн, недалеко у нас хороший классный пляж, у этой локации не бывает пробок, ну и получилось все очень даже хорошо, ребят, ну реально хорошо получилось. И здесь даже и разговоров не может быть. В целом, я считаю, что получилось обалденно. Такая подсветочка везде красивая, ну классно же, ну серьезно, да, скажи, классно. За 8500... По сути, вы покупаете 29 квадратных метров. Ну, там 28,6 или 28,7. Ну, давайте по правилам математики мы округлим. 29 квадратов. Классная квартира, классный ремонт, классные двери. Все мне здесь нравится. Все сделано обалденно, ребят. Все сделано обалденно. Поэтому, да, кстати, все варианты, которые я вам показываю, можно купить в том числе и в ипотеку. Да-да-да, в ипотеку. Такая квартира, вот здесь, например, да, вот готовит ее под сдачу, будет сдаваться минимум 40 тысяч в месяц. Потому что есть бассейн, есть детская площадка, игровая площадка, паркинг большой, да, закрытая территория. Видите, все машины у нас за паркингом. Вот, все. Что еще нужно для счастья? Круто. Ну что, 5980. 30 квадратных метров. И здесь, да, три окна. Можно сделать и санузел, можно сделать и кухню. При желании, как вы там запланируете, так и сделайте. Соответственно, здесь без ремонта. Ну, не знаю. Вот те ремонты, которые вы сейчас смотрели предыдущие, блин, в принципе, больше и не нужно, да? Но реально ремонт крутой. Здесь, конечно же, вид. Ребят, здесь вид. Здесь вид у нас на бассейн. Вот он, да? И при том ничего не напрягает. И знаете, что мне здесь нравится? Вот эта сторона, она не такая жаркая. Вот мы сейчас посмотрели, делаете окна в пол, да, вроде красиво, понтово, все классно. Но я для себя бы, если бы покупал бы, я покупал бы что-то типа подобного. И опять же, я ремонт бы сделал под себя. Ценник адекватный. До моря здесь недалеко. Ровненькая поверхность. Закрытая территория. Та же самая вон и детская площадка, да, для семейных самое то. Посмотрите, ну вот она, детская площадка. Если вдруг погода застала вас не очень хорошая, ну бывает такое, да, у нас и ливни, и все, то вот здесь вы спокойно можете купаться в своем бассейне. Блин, ну чем вам не а-ля Турция? И вот здесь я, по идее, думал, здесь хотели еще сделать, знаете, сауну, не знаю, сделать или не сделают. Здесь будет заборчик, чтобы сильно не бросался в глаза. В общем, я считаю, что очень круто. Даже у меня возникло желание немножечко искупаться. Ценник адекватный, ипотека проходит. Соответственно, переуступки у меня здесь есть от моих постоянных клиентов. Поэтому думайте сами, решайте сами. Но одно я могу сказать точно. Блин, представляете, что-то я прям взял и отключился. Я лично как бы считаю, что данный объект один из самых безопасных, поэтому кредитуют его все банки. Он вводился без судов, без следствия. Это максимально законный объект. И, конечно же, были у нас те самые комментаторы, да, сейчас, конечно, ничего не пишут, язык засунули непонятно куда, что это строится, до какого основания ты рекламировал. Это максимально законные апартаменты, которые есть в Большом Сочи. Законнее апартаменты, чем эти, просто-напросто не существует.
И при том здесь ценник нормальный, адекватный. Обалденная цена. Я считаю, что просто обалденный комплекс. Ну где вы еще за такие деньги возьмете с бассейном на ровной поверхности, с большой территорией? Посмотрите, да, здесь много людей уже сделали ремонт и живут. Спокойно он паркуется, да? Посмотрите, да? Красота же. Ну, я считаю, что здесь реально круто. Очень круто. Ну, не знаю, мне очень нравится. Да и больше всего нравится цена. Все-таки 30 квадратных метров купить по цене стройки в 20 квадратных метрах на горе, я считаю, да хуй, это даже еще дешевле, ребят. За 6 миллионов вы ни одну стройку по ФЗ-214, хоть это будет гора, это хоть будет под гора, хоть это будет еще где-нибудь, вы не возьмете. А здесь 30 квадратных метров дешевле 6 миллионов. Ну это же круто, я считаю, это очень круто. Поэтому, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам прекрасного настроения. Я очень люблю снимать такие объекты, которые утерли нос всем конкурентам. Просто утерли нос. Это реально очень круто. Поэтому думайте сами. Конечно же, решайте сами. На этом с вами прощаюсь. Вам всего хорошего. И, конечно же, старайтесь покупать безопасные объекты, чтобы жизнь у вас была спокойная, чтобы не было седых волос и так далее. Всем добра и пока.